Не знаю, увидите ли вы, но здесь вокруг солнца галла. У нас солнце на закате, это запад. И вот такой радужный круг. Ну, как правило, камера не очень берет. При этом там немножечко тревожно. Такие облака-то, так называемые перистые, или вот такие облака, говорят о том, что там очень большая скорость ветра вверху. Если этот ветер спустится вниз, то здесь у нас будет ураган, будут поваленные деревья и снесенные крыши. Ну, надеюсь, то, что у нас близко Волга, от которой идет тепло кверху, поднимается, каким-то образом нас закроет. Ну а с западной стороны у нас особой защиты нет. Там, конечно, река Лух, она тоже нагревается, поднимает эти облака. Но уж больно она против такой скорости. Видите, какие острые такие дорожки. Против такой скорости ветра она может не помочь. Так что будем ждать ночью ливня, урагана. Слава Богу, в Пестяках это редко бывает. И на самом деле здесь немножечко севера, запад, оттуда обычно не ходит, потому что там все-таки большие водяные пространства. У нас, если уж ходят проблемы, то вот оттуда, с юга. Там у нас водной защиты нет. А с севера, с востока, у нас там река Волга нас прикрывает. Поэтому в Пестяках пока, слава тебе, Господи, дожди были, можно так сказать, и ливни были. Но не было пока ни одного града, не было какого-то особо такого урагана. И вообще здесь такой климат немножечко иной. Все, поедем дальше.